Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Не знаю, как у вас, но у меня на огороде каждый год с двух вишен вырастает просто пропасть ягод. Даже, можно сказать, некуда девать. Но вот уже как год третий подряд, кроме варенья и компотов и замороженных ягод, я научилась заготавливать вишню методом сушки. Способ очень хороший и удобный, и о нем я сегодня расскажу быстренько в деталях. Но для начала пару слов о пользе сушеной ягоды. По своей ценности ягода превосходит даже виноград. Железа в ней больше, чем в яблоках, а уж о витаминах и минералах говорить не приходится. И как раз после высушивания максимальное количество всего ценного остается именно в ягоде. Уходит только лишняя вода. Вот я и подошла к самому важному моменту. Как же лучше сушить? Опытные садоводы сушат просто на свежем воздухе, на чердаке или в другом проветриваемом месте. Я тоже пыталась таким способом сушить, но не получалось, ягода портилась. Ведь погода не всегда идеальна для сушки. Но как только в доме появилась специальная сушилка с вентилятором, процесс сушки всего и вся упростился до некуда. И это не реклама, я просто делюсь с вами личным опытом. Все, что я делаю, это засыпаю вишню в сушилку на поддон после предварительной промывки, ставлю температуру в плюс 50 градусов и включаю ветерок. Сохнет в таком режиме вишня дня 2. Затем ее можно пересыпать в тряпичный мешочек и так хранить от 1 до 3 лет. Вы бы знали, какие вкусные и полезные компоты получаются с такой вишни. Также в такой сушилке можно сушить все овощи и фрукты, даже рыбу и мясо. Очень удобная штука, всем рекомендую. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!